много. Сотрудники химводостока укрепляют горловину и тело колодца. Это необходимо, чтобы они стали более прочными и не провалились при внешнем воздействии на дорогу. Такие работы сейчас ведут на улице Московской. Меняют бетонные плиты и решетки. В ближайшие дни коммунальщики приведут в порядок все колодцы в городском округе. В настоящий момент проводятся работы по ремонту и замене дождевых колодцев. Мы их усиливаем для того, чтобы снизить нагрузку на дорожное полотно. Замена колодцев – подготовка к грядущему ремонту дорог, который проведет в ближайшее время Химдор. На нескольких улицах в Химках положат свежий асфальт.